Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я на своем универсальном супермангале буду печь хлеб. Вот здесь, в саду, на природе, настоящий домашний хлеб, аналогичный хлебу из русской печи. Для этого мне необходимо трансформировать свой универсальный супермангал таким образом, чтобы он стал пригодным для выпечки хлеба. Я думаю, что это у меня займет всего лишь несколько минут. Основа – вот этот мангал. Хлеб выпекаться будет вот здесь. Для этого мне нужно закрыть вот эти щели в днище мангала от огня. Для этого я использую фольгу. Вот у меня осталась после выпечки лаваша бэушная фольга. И вот дно супермангала я закрываю фольгой от избытка дыма. Дым нам здесь не нужен. Я не исключаю, что какое-то количество дыма пройдет сюда. Это мешать никому не будет. Вот так. От дыма заслон мы сделали. Теперь у меня есть вот такие. Вот я поделал из профильной трубы 40 на 60, высота 80. Я сделал вот такие отрезки труб. Вот я их вот так вот расставляю. Таким образом. И на них ложу керамическую плитку. Вот это будет тот под, на котором будет выпекаться хлеб. Теперь ставлю крышку. Так, и оно будет открываться. Первый этап сделанный. Мне нужно будет закрыть вот эти щели и вот эту часть. И все будет готово к выпечке хлеба. Мне необходимо обеспечить герметизацию вот именно вот этой камеры выпекания, чтобы не было подсоса воздуха извне. А здесь у меня вот сделаны под шампура выемки. И вот я их, эти выемки, как бы закрываю фольгой. Вот как-то так я вот измял фольгу и заделал вот эту одну щель. Ну вот, собственно говоря, и все. Подготовительная работа закончилась. Супермангал в течение буквально вот 2-3 минут превратился в камеру для выпекания хлеба. Я приглашаю вас посмотреть мой ролик «Домашний хлеб на супермангале». Удачи!